Заслуженная артистка России певица Зара и просто певица Слава вводят своих детей в ломоносовскую школу «Интек», обучение в которой звездным одиноким мамам обходится в 1 665 000 рублей в год. Только с одной лишь разницей – у Зары двое детей. А значит, на образование сыновей певица тратит 3 330 000 рублей в год. А вот Ксения Бородина даже купила своим девочкам автобус, чтобы были, как все, и не сильно выбивались из толпы. Обучение в элитной гимназии имени Примакова тоже не из дешевых. 800 тысяч рублей телеведущая платит и за одну дочь, и за другую. А в общем, образование детей обходится всего в 1 600 000 рублей в год. Три дочери блогерши Оксаны Самойловой и Джигана ходят в разные школы. Это частные английские заведения в Барвихе, а занятия там проводятся на языке Шекспира. Британские аттестаты зрелости сегодня в почете и стоят недешево – 770 тысяч рублей и 1 700 000 в год на каждую учащуюся. Да и Филипп Киркоров не отстал от своих коллег. Своих детей он отправил в областной технологический лицей имени Долгих. Годовое обучение каждого отпрыска обходится королю российской эстрады в какие-то 800 тысяч рублей. Что в общей сложности составляет 1 600 000 рублей в год. Однако для звезды такого масштаба, как Киркоров, это небольшие деньги, как в магазин сходить. Ведь за корпоратив или выступление на дне рождения король российской эстрады берет около 10 миллионов рублей. Вдумайтесь в эту сумму за 40 минут фанерного концерта. А как вы считаете, стоит ли образование таких огромных сумм? Или это просто деньги на ветер?